Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России предлагают ввести практику коллективных исков жильцов против коммунальщиков. Жители многоквартирных домов смогут обращаться в суд при получении коммунальных услуг неудовлетворительного качества. Поправки в жилищный кодекс, которыми вводится институт коллективных исков, разработаны Минстроем России и уже внесены в правительство, сообщается на сайте министерства. Как поясняют в Минстрое, эта возможность упростит процедуру обращения собственников за защитой своих прав. Им будет достаточно написать заявление на имя председателя совета дома, председателя ТСЖ или жилищно-строительного кооператива. Недобросовестные управляющие компании часто рассчитывают на то, что большинству жителей некогда ходить по судам. Поправки позволят председателю дома составить один иск за всех собственников и потребовать для них справедливой компенсации, отметил замглавы Минстроя Андрей Чибис. Дайджест недвижимости. Жилье на вторичном рынке в России подешевело до уровня 2014 года. По подсчетам Росстата, в первом квартале 2017 стоимость вторички упала почти во всех регионах страны. Согласно отчету статистического ведомства, в среднем проседание рынка составило около 6%. Цены приблизились к отметке, зафиксированной в 2014 году. За полтора года стоимость одного квадратного метра в перепродаваемых квартирах в крупных городах снизилась на 2-4 тысячи рублей. Цены на новостройки более стабильны. Иногда приобретение новой квартиры становится более выгодной покупкой, чем квартира, сменившей несколько хозяев, отмечают эксперты рынка. Дайджест недвижимости. Между тем, объемы строительства в Кировской области в первом квартале упали почти на 20%. Данные о строительной деятельности опубликовал Кировстат. За январь-март этого года в регионе построено 1109 квартир общей площадью почти 65 тысяч квадратных метров. Это на 19,5% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Объем работ, выполненных в первом квартале, составил 3 миллиарда 808 миллионов рублей. Это сумма значительно на 34% меньше, чем годом ранее. За прошлый год в Кировской области построено почти 13 тысяч квартир общей площадью 663 тысячи квадратных метров, напоминает Ньюслер.ру. Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья практически сравнялась и составляет чуть более 40 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.